Всех приветствую, с вами снова Александр. Решил еще разок снять этот подвал, пока его совсем не отремонтировали. Вот видите, как интересно, кирпичи сходятся на потолке. Причем этот подвал не откопанный, здесь залит полбетоном. Когда я там работал, там была земля, и можно было, конечно, слой земли убирать. Сейчас в данный момент не очень глубоко, ну, в общем, где-то 1,70 м всего лишь здесь. Местами просто очень толщенные стены. Вот вы видите, вот дверь такая, прекрасная дверь была, это здесь вообще чувство такое, что здесь вот с комнаты одной в другую комнату был переход. В общем, не вызывает никакого чувства, что здесь был когда-то подвал. Здесь вызывает чувство, кладка интересная, но чувство, что здесь был этаж, совершенно не похоже на подвал. Потому что все сделано вроде как комнатами. И вот вы видели, там окно я снимал, вот получается сюда, в эту комнату был раньше переход, в эту слева был переход. Вот сверху здесь, под этими арками, здесь ступеньки, в смысле сверху арок вот этих. Так вот, кто-то когда-то извращался с подвалами, получается. Вот такие толщенные стены. Здесь бетон я специально показал, что видно, что он довольно высоко. То есть здесь буквально, если низ окна я подойду, то буквально мне в пах упирается. Здесь, конечно, уже малость заштукатурена. Конечно, в этом городе намного больше интересных вещей, но, к сожалению, вот здесь я попытался дверь закрытая, щель снимать. Вы видите, там большая, огромная комната, и на всю комнату арка. Просто на всю комнату. Вот я руку засунул и попытался снять. Вы видите, какая кладка там, как стыки, как кирпичи лежат. И вот это все в форме арки, одной огромной арки. Она круглая во все стороны. Конечно, на видео это не очень хорошо видно. Также снял еще дом. Ну, я сейчас еще к нему вернусь, к этому дому. Задам вам вопрос, попробуйте ответить. В этом доме также есть подвалы. Совершенно окна полностью под землей. Там решеточки сделаны, как и в предыдущих. Вот это тоже интересное здание. Окна, видите, на какой высоте. Еще вопрос, если там подвал. В этом желтом здании, где вы видите балочно-кирпичный сверху пристроенный, я тоже пока не знаю, есть ли подвал. Здесь мы видим отчетливо, что есть огромный подвал. Или так называемый подвал. Все-таки, может быть, это этаж. Кто его знает. Вся проблема в том, что не везде есть доступ. Вся проблема в этом. И вот вы видите это прекрасное здание. И вот вопрос с трех попыток. Найдите три отличия. Двери и боковые окна. Причем там есть подвал, скорее всего, этаж. Также я съездил в небольшую крепость, надеялся увидеть очень интересную крепость. Конечно, природа прекрасная, озеро большое. Ну, в общем-то,
Надеюсь, вы посмотрите следующее видео. Следующее видео будет гораздо интереснее. Нашлись у меня соратники в Германии, и мне прислали интересный материал. Думаю, он вас всех заинтересует, кто интересуется подобными вещами. В общем, крепость оказалась не очень-то похожа на крепость снова. Что-то тут, какие-то попытки были воссоздать подобие крепости. Но лучше бы они назвали это сооружение замком. Походил я там, посмотрел. Вот видите, над окнами просматриваются арки, причем кирпичные арки, переделанные уже вот в такие заостренные окна. Не очень, к сожалению, хорошо видно. Здесь тоже мы видим кирпичи сверху на воротах. То есть камень, кирпичи. И вот здесь заложена огромная просто дверь. Я даже не знаю, сколько она высотой, но увидели, она где-то на уровне ворот. Вот это вот дверь заложенная. Что там было? Куда она вела? Интересный, конечно, вопрос. И вот так вот выглядит в проходе ворот. По бокам камни, а сверху кирпичи. И вот видим еще одна арка, заложенные двери. Вот тут проглядывает еще одна арка. И еще одна ниже. В общем-то, в обеих стенах вообще тут совершенно непонятно, как тут. Одна на одну в углу, одна ниже, одна выше. Ну вот это, скорее всего, уже пытались сделать крепость, вид крепости, по крайней мере. Скажу вам честно, от такого вида, ну, как минимум смешно. И вот смотрите, здесь над окнами, что мы видим. Отлично просматриваются арки. Было когда-то окно, одно цельное, сделали по два окна. Какое окно было в оригинале? И вот здесь, где маленькое окно, тоже мы видим, что гораздо больше было окно. Арочное, большое. Все переделано. Когда переделали, неизвестно. И, конечно, по истории что-нибудь там насочиняют. Ну вот, наверное, вот это самое единственное сооружение, которое более-менее что-то похожее на крепость. Хотя вот эта вот бойница, так называемая, как-то очень странно низко. Ну вот здесь вроде как бы бойницы, правда, с перемешку снова с кирпичами. Я вот никак не могу понять, если реставрировали, неужели не хватило камней? Зачем было втыкать кирпичи? Тут слева интересное здание. Тоже вот видите, окна торчат, какие тут в оригинале были. Непонятно совершенно. Вовнутрь, к сожалению, нельзя войти. Видите, в одном окне красный кирпич, в другом окне он и не желтый, и не белый. Цвет совершенно непонятный. Какого материала этот кирпич сделан в других окнах, я так и не понял, честно говоря. И вот это вот купольное сооружение меня тоже заинтересовало. Вроде не мусульманская страна, причем здесь совершенно к этому ничего нигде не упоминается, но вот такое вот интересное сооружение куполом. Пока я еще таких не встречал.
И вот внизу стоит здание заштукатуренное. И окна чуть-чуть торчат. Маленькие окна из земли. Не знаю, вот на какой глубине там стена это. Какая стена. Если из кирпича, то да, интересно, конечно, посмотреть бы. Озеро, конечно, прекрасное. Не очень сильно большое, но довольно так интересное, хорошее озеро. И вот тут справа, слева, непонятно, вроде колонна стоит каменная или укрепление, и справа, слева кусочки торчали, остатки арки. И опять ворота заложены, вернее двери, вот в этом арочном проходе. Напротив сохранились, и следующие тоже сохранились, а вот эти вот заложенные. Эти какие-то слишком низкие. И еще одни заложенные двери. И там все вперемешку, камень, кирпич. Там вот небольшая арка, еще одна арка, еще, в общем-то, что тут позакладывали, вот тут из-под земли почти торчит чуть-чуть арочка, непонятно, что там было, что там заложили, на какой глубине, к сожалению, входов нет. Смотрите следующее видео будет гораздо интереснее, с новым материалом, всем пока!